На ТНВ время новостей Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь сегодня. В домах по щиколотку, во дворах почти по пояс. Так, на кирпичи, вон, на столы, все, технику, эту мебель поднимаем. Собирается ли вода отступать? Картина третьего дня паводка в Татарстане у Лины Зинатулиной. Сортировка, переработка и сжигание. Если 90% заводов работают по такой технологии, наверное, это правильно. О планах строительства мусоросжигательного завода рассказали инвесторы. Подробности у Анны Городновой. В Казани начался ямочный ремонт. Ювелиром, ну, где-то есть, наверное, ювелирство. Кто выходит ночью, чтобы на дорогах было хоть как-то гладко. Ночной ремонт увидела Альбина Минибаева. Музыкальный марафон. На крупнейшем московском пасхальном фестивале побывала Алина Бережная. По двору на лодке, в собственную спальню, в болотных сапогах в Татарстане паводок. Сегодня спасатели из села Татарское Танаево Зеленодольского района эвакуировали 30 человек, в том числе 5 детей. В Кабицком районе приходят в себя, вода ушла с десятков дворов села Бурундуки. Но никто не гарантирует, что не будет второй волны, когда прилив сменится отливом. Со специалистами общалась Лина Зинатулина. Мы подготовились, надели резиновые сапоги, но такого потопа не ожидали. Оказалось, около домов глубина местами больше, чем по колено. Передвигаться можно только вот так. В высоких болотных сапогах пробирается и житель деревни Татарское Танаево Фанис Шагеев к своему дому на окраине. На улице озеро, во дворе болото, в погребе море. Не скрыться от потопа и дома, где воды по щиколотку, прибывать начала еще вчера. Так, на кирпичи, вон, на столы, все... Технику, эту мебель поднимаем. Дом пока спасают своими силами, скотину вывели к соседям. Такого резкого и сильного паводка здесь давно не припомнят, благо жилье застраховано. В прошлом году платили, в этом году тоже сказали, обратился, все, снимать будет, все, придут. Фарида Губайдулина тоже еле пробирается в затопленный дом. Приехала накануне к маминому дню рождения, но оказалось не до праздника. 80 лет, завтра хотели исправлять, вот не смогли, всю ночь не спали до 2:30. Вода шла, как это, как самолет, что ли, сказать. Вот так. С шумом шла вода. Но надежда есть. С утра воды было едва не по колено, а днем уже показался пол. Ну, застрахован дом? Да, застрахован. Ничего не дает. 2000 дает, и все, 2000 хватает, что ли? В большой семье Ахмедзяновых передвигаются по двору и вовсе на лодках. Затоплен весь участок, сено, зерно. В 2005-м вроде бы последний раз много так воды было. В зоне подтопления в деревне больше 20 дворов и 3 дома. Это уже вторая волна потопа в деревне. Вот кадры, снятые в среду. В дамбе, через которую вода уходит в местную реку Кубню, 2 отводных канала. Этого не хватает, чтобы разгрузить поток. Но и дорога к деревне единственная. Будем наготове, друг. Если еще непредвиденные обстоятельства, если поднимется вода, то другого не остается. Будем рыть подъездную дорогу. Сегодня третий день, и вот после обеда как бы спад заметился на 3 сантиметра. То, что осталось, помогают откачивать пожарные. Ситуацию контролирует штаб МЧС. Вот вода сначала зашла вот в огород. А вчера уже ушла. У жительницы деревни Бурундуки Кайбицкого района Рузалины Нигмядзяновой от потопа остались только воспоминания. А еще вот такие видеокадры. Это Елдоз ее это выводили через воду. Звезда она. От большой воды здесь освободились 27 участков, но радоваться пока рано. Снега много, воды много. Если тем более это будет связано с рекой Волгой, с Вьягой, тамошними запасами воды, конечно, опасность еще может вернуться. Мы никогда не расслабляемся. На этот случай спасатели готовят пункты временного размещения в опасных районах. Уровень воды продолжает повышаться в реках Икс, Вьяга, Шишма. Село Чиреево Апастовского района все еще больше напоминает остров. Ситуацию в республике контролируют 12 оперативных групп МЧС. Тем временем страховые компании уже начали принимать обращения за компенсацией. Лина Зинатульна, Александр Сабиров, Ильшат Мухаметов, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский, Кабицкий районы.
Общественные слушания по мусоросжигательному заводу пройдут в конце мая, начале июня. Об этом сегодня заявили инвесторы на первой пресс-конференции. Руководители компании, инвесторы, экологи и швейцарец. Они не только рассказали, но и показали, как будет работать завод. Объяснили они и то, что для этого придется делать простым татарстанцам. Детали встречи у Анны Городновой. Завод Шпителау снабжает электроэнергией и теплом несколько кварталов Вены. Не просто завод, а местная достопримечательность в центре Вены. Какими могут быть современные объекты, журналистам показали инвесторы. А позже перешли к вопросам и ответам. Почему именно выбрана площадка Васинова? Там жители против. Рядом находятся сети электрические, значит, и вода, канализация. То есть вот эта площадка выбрана как наиболее оптимальная с точки зрения потоков мусора и инженерных коммуникаций. Пока идет процесс перевода земли из категории сельхозназначения в промышленное, инвесторы рассказывают о технологии. Сжигать мусор будут на колосниковой решетке по опыту европейских стран. При температуре почти в 1500 градусов ядовитые диоксины, по словам экологов, распадутся. Все данные будут фиксироваться не только на заводе, не только где-то еще, а и в Росприроднадзоре. Это гарантия того, что не прорвутся никакие газы при помощи нашей расхлябанности, раздолбанности и так далее. Связи с завода с онкологией нет, уверяют инвесторы. В качестве примера на встречу пригласили гости из Швейцарии. Почему пути и пойдет Татарстан. Я живу по соседству с тремя такими заводами. У нас 30 таких заводов, при этом продолжительность жизни у нас самая высокая. Сжигать весь мусор подряд, как опасаются противники завода, не будут. Пока в этом казанском дворе лишь один такой контейнер для сбора пластика. Но к моменту, когда мусоросжигательный завод должен будет заработать, здесь должны будут установить сразу несколько контейнеров. Отдельно для бумаги, пищевых и опасных отходов. Сортировка – это лишь первый этап большой программы переработки отходов. И начинать сортировку нужно будет уже в квартире. Пока к такому укладу жизни готовы не все. Сколько надо ведер ставить? Будем дисциплинирование. Везде есть, значит, и нам надо это делать. Отвечать за сортировку отходов и их доставку на завод будут региональные операторы. Конкурс пройдет в июле. Часть мусора отправят на вторичную переработку, остальное на сжигание. Энергию пара турбогенераторы превратят в электрическую энергию. Никаких кислотных содержащих, никаких ртутных ламп, аккумуляторов, батареек не будет приниматься на завод. Все это предварительно отсортировано. Нами будет организован входящий радиационный контроль. Помимо радиационного и визуального, естественно, на соответствие ТС будут проводиться химические анализы. Завод построят в рамках федеральной программы. В Татарстане должен заработать к концу 2022 года и принимать 500 000 тонн отходов. Необходимо провести, соответственно, в том числе и общественные слушания, и в том числе независимые экспертизы. По закону мы должны провести их не менее 2. Вот, скажем, на первом заводе в Свистягино, то, что Московская область, такие экспертизы проводились. Общественные слушания назначены на конец мая, начало июня, а уже завтра инвесторы встретятся с жителями Осинова. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Искали свалки с высоты птичьего полета. И нашли. На очередной рейд экологи отправились на вертолете. Наибольшее количество свалок обнаружили на территории предприятий. Специалисты пролетели над Казанью, Чистополем, а также над Альметьевским, Бугульминским, Лениногорским, Новошишминским районами. Зафиксировали 119 несанкционированных мест складирования мусора. Сейчас экологи выясняют хозяев земельных участков. За несанкционированное размещение отходов в неустановленных местах предусмотрен административный штраф по статье 8.2 КУАП РФ. Штрафные санкции на физических лиц от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей. В Казани приступили к ямочному ремонту. До плюс 10 градусов его будут делать литым способом. Выравнивать ямы, обжигать их и заливать горячим асфальтом. На ремонт улиц в Казани потратят 53 миллиона рублей. Где и когда залатают дыры на асфальте, выясняла Альбина Минибаева. Вообще, ну, у нас по всему городу яма. Пробивают, разрезают, пока водители теряют свои колеса. Через дымку горячего асфальта проглядываются дорожники. Сушат, обжигают, заливают. Казанские дороги начали латать литым асфальтобетоном. Этот способ как раз для апрельской погоды. Качество в руках дорожников. Битум горячий, он разливается.
Наша задача просто ее подровнять, все углы, как бы все полосы. Задача еще не мешать водителям с 8 утра до 5 вечера, подготовительные работы, потом горячая пора. Часов до 4 утра, где-то до 3, производим заливку. Заливай асфальт, пока горячо и темно. Основная часть работ будет проходить именно в ночное время суток, чтобы хоть как-то не загружать дороги. Есть адекватные водители, есть неадекватные водители. Потому что вроде бы для них стараемся, им же как бы дело, для себя стараемся. Но все равно умудряется сигналить. 53 миллиона рублей на ямочный ремонт из городской казны. Это 40 тысяч квадратных метров и не один десяток центральных и пригородных улиц. В первую очередь, конечно же, проводится ремонт на участках, где наиболее интенсивное движение автомобильного транспорта и там, где ходит общественный транспорт. В частности, улица Бутырова. А еще это улицы Аделя, Кутуя, Гагарина, Королева, Кулгали, переулки в Салмычах. На 40 улицах ямы уже залиты. У водителей свой антирейтинг. Улица Ботаническая. Там как бы сейчас живу, там ужасные дороги, там только на тракторе, наверное, ездить надо. Магистральная первая улица, Дубравная улица, ну и вот данная улица, я просто не знаю названия. Еще минимум 40 столичных дорог должны подлатать, где подсказок ждут и от водителей. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Счет-фактуры за март могут быть неверными. Единый расчетный центр Казани перешел на новую версию программного продукта для расчета квартплаты. Из-за этого в платежных документах могут быть ошибки в показаниях по количеству проживающих и площади квартир. При обнаружении несоответствий нужно обращаться в ЕРЦ или в управляющую компанию. Не пойман, не двор. Сумма штрафов за самодельные парковки до 700 тысяч рублей пугает пока не всех. О чем сегодня казанцев, захватывающих территории, предупредили сотрудники Росреестра. Вместе с полицейскими они вышли в совместный рейд по казанским дворам. Оказалось, что некоторые парковки огораживаются незаконно, и вход для этого идет все от цепей до столбов. Рамиль Шайдулин о самовольном паркинге и его последствиях. Вешку по уровню. Основание столба в 5 метрах от гаража. Натянутая цепь – залог того, что сюда никто не въедет. Якобы свое место, но на деле общественное, как выясняется во время проверки, захваченное незаконно. На учет поставлены гаражи. Мы предварительно уже посмотрели. А столбы, они находятся за пределами участка. Парковаться у гаражей вообще по закону можно, но забивать себе место вот такими вот цепями и столбиками – однозначно штраф, если на то нет согласия всех жителей дома. Если есть решение жителей дома, то, соответственно, на той части земельного участка, которая является общедолевой и принадлежит жителям этого дома, это не является нарушением. В 79-м доме на Гагарина об этом впервые слышат. Никто и никогда не спрашивал, согласны ли они, что кто-то вот так зонирует общий двор. Он считают местные и без того небольшой. У меня никто не спрашивал о том, что нужно огородить, разрешение там что. Ну, я маленький человек, ребятки, я же пенсионерка. Они приватизированные гаражи. Все гаражи приватизированы, земля выкуплена для этого. Вот и владельцы гаражей считают, слишком рано их пугают штрафами до 100 тысяч рублей за цепочки и столбики, когда даже машины порой стоят дешевле. Росреестр напоминает, штраф за самовольный паркинг может достигнуть и 700 тысяч, если столбы во дворе выставит не дядя Петя, а юридическое лицо. Рамиль Шайдурин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. С ответным визитом. Дружбой, дружбой, друг друга любим, но... Рустам Минниханов встретился с послами 13 стран. О чем говорили Альбина Слагарева. Музыкальный марафон. На крупнейшем московском пасхальном фестивале побывала Алина Бережная. Итальянский и латиноамериканский бизнес может претендовать на преференции и субсидии в Татарстане. С послами сразу 13 стран сегодня встретился Рустам Минниханов. Гостей он принимал в Казанском Кремле. Говорили о бизнесе, о спорте, о туризме. Альбина Салгараева о взлетах и падениях в отношениях. Поздравляю посла Колумбии с Днем рождения. Встреча началась с поздравления с днем рождения посла Колумбии, затем с каждым гостем, а их 12 приветствий за руку. С некоторыми послами Латинской Америки и Карибского бассейна Рустам Минниханов знаком лично. Он посещал страны с рабочим визитом. Я в Бразилии был в 2011, 2014, 2015 году. На Кубе в 2014 году был.
в Уругвае в 2014, в Колумбии в 2014. Перу 2015. И благодаря этому экономические отношения укрепляются. Так, последние 5 лет в страны Латинской Америки поставлено 350 вертолетов Ми-8-17 и более 3000 КАМАЗов. Там же на местах дилерские сервисные центры, шоу-румы, перспективные направления, нефтехимия, энергетика, судостроение, сельское хозяйство и туризм. Сеньор президенте, пермитаме экспрессарле... Господин президент, мы благодарим вас за прием и хотим отметить, что нам также кажется, что в совместном партнерстве есть ресурсы. Плюс к этому можно сотрудничать в сфере медицины и в оптико-механическом оборудовании. После Казанского Кремля послы латиноамериканских стран отправились в КФУ, а в Кремле время для посла Италии в России Паскуале Тирачано. Бонжорно, это по-вашему. С итальянскими компаниями давний опыт взаимодействия. С Вероной подписано соглашение о сотрудничестве. Опыт есть в машиностроении, нефтехимии, банковской сфере. При этом замечена колоссальная недоработка в последние 4 года. Так, в 2012 году товарооборот достигал 3,5 миллиардов долларов. Сегодня всего 262 миллиона долларов. Дружба дружбой, друг друга любим, но нужны проекты, надо активизировать нашу работу. Хотя вот по прошлому году рост товарооборота на 23% уже. Татарстан готов сделать уютным и интересным отдых итальянцев в России. Туризм – та сфера, в которой нужно сделать особый упор, отметил Рустам Миниханов. Перспектив много, согласился посол Италии. Я помню нашу первую встречу в Сочи, и уже тогда я понял, что Татарстан – один из самых перспективных регионов России. И я рад, что, несмотря на сложную политическую обстановку, мы продолжаем дружбу и сотрудничество. А подытоживая встречу, Рустам Миниханов пригласил гостей посетить матчи предстоящего чемпионата мира по футболу и игры в Казани. Альбина Слагараева, Андерсен Тальцев, ТНВ «Казань». И сегодня Паскуале Тирачано презентовали 2 совместных проекта группы компаний «Таиф» и итальянских компаний. В особой экономической зоне Алабуга собираются построить завод по производству биоразлагаемого пластика. А в Казани, в районе РКБ, должен появиться микрорайон «Маленькая Италия», где разместятся гостиница, торговый центр и жилые дома. Мы рассчитываем, что наше будущее поколение, те полимеры, которые мы делаем сейчас, около 3 миллионов тонн, будут заменены биополимерами, которые не будут вызывать у людей неудобства. Проект создания «Маленькой Италии». Я очень надеюсь, что мы сможем торжественно открыть вместе этот городок «Маленькая Италия», но пока я буду еще посол. Награды народовластию. Сегодня республиканскими грантами отметили лучшее территориальное общественное самоуправление. Это активные жители городов, которые сами решают проблемы своих дворов, микрорайонов, поселков. Какие дела получили денежный импульс, расскажет Дмитрий Аринин. Вы же все знаете, там вот такой-то у меня вопрос. Вот. Так мастер коммунальной организации Венера Минигалимова после своей работы помогает решать еще вопросы своих соседей. Женщина возглавляет территориальное общественное самоуправление в поселке Актюбинский Ознакаевского района. Непосредственно выходим на связь с начальством, ну какая организация вот нужна, вот, и сразу же оказываем помощь или помощь там. Недавно вот у нас погорельцы были, собрали вот сумму материальной помощи, предоставили технику. Таких активистов и самых деятельных управленцев сегодня отметили республиканскими грантами. Денежные поощрения получили 120 объединений граждан. Им выплатили от 160 до 665 тысяч рублей. Чемпионскую медаль среди столичных объединений получил ТОС «Савинова». В микрорайоне МЖК казанцы уже 10 лет занимаются благоустройством своих дворов, проводят массовые мероприятия и добиваются строительства социальных объектов. Собственно, реальная работа, вы знаете как, это на самом деле вовлеченность людей в решение своих проблем. Во-первых, сами люди участвуют, вот проблемы есть по дому, в подъезде, во дворе. В Татарстане сейчас более 300 ТОСов. Как отмечают, их число и активность из года в год растет. Так самоорганизовались уже около 40% жителей республики. Сегодня я хочу поздравить всех участников, всех победителей конкурса. Такая активность ежедневная, настойчивость, это на самом деле непросто. Я думаю, все, кто в этом зале сидит, они себе представляют. Сегодня можно сказать, что в республике ТОС представляет собой внушительную силу. Главное в эти средства, как говорят, коня корм. Они очень эффективно, рационально используются.
Денежные призы руководители ТОСов собираются потратить на общественные нужды, в особенности на весеннее обновление своих микрорайонов и поселков. Дмитрий Айрин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. 32 дня, 2000 километров и больше 60 городов. В Казань приехал московский пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. В афише 4 программы. Симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. У поезда маэстро встречала и на концерте оркестра побывала Алина Бережная. Из Саратова на Казанский вокзал поезд прибыл непростой, в нем нет случайных пассажиров. В вагоне артисты симфонического оркестра Мариинского театра. В Казань они привезли московский пасхальный фестиваль. Цветы, дружественные рукопожатия, на перроне руководитель оркестра Валерий Гергиев. Мы приходим в Казань в рамках движения по регионам России и варьируем программы невероятно. У нас почти каждый день что-то новое мы добавляем. Москва, Владикавказ, Волгоград, Владивосток. Пасхальный поезд несется по всей России. Музыкальный марафон зазвучал 8 апреля. В афише 4 программы. Симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. Чайковский, Щедрин, Мусоргский. На сцене БКЗ произведения русской классики. В каждом городе артисты играют разную программу, а того интерес к фестивалю повышенный. Раньше мы не ходили на такие фестивали, поэтому я считаю, что сегодняшнее посещение какой-то маленький праздник для нас. Удалось, купили билеты. Ждем встречи с маэстро. Об этом фестивале я давно знаю, но ни разу не удавалось попасть, потому что работа не позволяла, не было времени. Поэтому, конечно, ждал и с большим удовольствием ожидаю его послушать. С каждым годом география фестиваля расширяется. В этом сезоне фестиваль станет самым масштабным и продолжительным. Продлится он 32 дня и охватит более 60 городов страны. Впереди у артистов порядка 2000 километров турне. Уже завтра пасхальный поезд с Казани отправится в Тюмень. Бережная, Марат Сыдгараев, ТНВ, Казань. Выиграй грант ТНВ, учись бесплатно в КФУ, стань журналистом и приходи работать к нам. Такой шанс дает наш телеканал. 11-классникам до 19 апреля нужно заявиться на конкурс на соискание гранта на обучение в Высшей школе журналистики КФУ. Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. Заходи в главную страницу, находи справа специальный баннер конкурса. Открываем положение и добро пожаловать. Свои работы нужно присылать на электронный ящик pr_tnv@mail.ru. Выиграй грант и стань лучшим из нас. Успеть запрыгнуть в поезд на футбольный мундиаль. 18 апреля ФИФА проведет финальную продажу билетов на чемпионат мира по футболу. Но этого недостаточно. Чтобы попасть на игру, нужен паспорт болельщика. До конца месяца в Казани откроются сразу 2 дополнительных центра выдачи таких документов. Куда пойти за фан-айди, расскажет Сергей Хайдаров. Чтобы оказаться на футбольном мундиале и увидеть игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси, каждый футбольный болельщик должен получить специальный паспорт. Сейчас в Казани это можно сделать только в одном месте – в центре выдачи паспортов на Баумана. До чемпионата мира в России всего ничего. И к мундиалю вовсю готовятся не только спортсмены, но и болельщики по всему миру. Саша Иванович заранее прилетел из Сербии, чтобы получить паспорт болельщика. Без него билет на стадион не купить. Это будет первый чемпионат мира по футболу, который я увижу вживую. В Казани пойду на игру сборной Германии. Они для меня фавориты. Жду феерии и надеюсь, мне достанется билет. Достанется билет или придется смотреть футбол по телевизору? Такие опасения болельщиков вполне оправданы. На сегодня ФИФА выставили на продажу больше 1,5 миллиона билетов. Причем почти половина из них досталась россиянам. Однако даже при этом не все успели купить билет на нужный матч. Почему-то билетов не было уже. Не успели приобрести билеты. Однако не все потеряно. 18 апреля состоится финальный этап продаж. А те, кто билет на сайте ФИФА уже забронировал, спешат в паспортный стол для болельщиков. Это действительно правильно, и мы очень благодарны тем зрителям, которые приходят заранее. И, безусловно, и призываем остальных получать свои паспорта болельщиков заранее. И если Станислав Черчесов еще только подводит сборную к пику формы, то Казань к чемпионату мира уже готова. В апреле начнут работу 2 дополнительных центра выдачи паспортов непосредственно на Казань-арене и в аэропорту. Сергей Хайдаров, Адель Мулахметов, ТНВ, Казань. Далее подробнее о спортивных новостях и о погоде. На завтра я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет в 21:30. Всего вам доброго.
Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле «Кан Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа «Кан Авто». Мусина, 37. Казанский государственный медицинский университет приглашает на день открытых дверей. 15 апреля в 10 часов Бутерова, 49. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста». Если вам отказывают в кредитах, приходите в «Деньги мигом». Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. «Деньги мигом» – хорошая история. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. 21-й фестиваль «Страна поющего соловья» фонда «Рухия» от компании «Татнефть» подводит итоги. Гала-концерт состоится в Казани 16 апреля в 16:00 в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Ждем вас! Белка объявила супер распродажу только до 15 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто. Белка, Татарстан 7. Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону в Ижевске 780-571. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Ты имеешь в виду... Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель. 4500 рублей. 555-44-44. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ в студии Алмаз Гафиятов. Уже завтра в КХЛ стартует финальная битва за юбилейный Кубок Гагарина. Двукратный обладатель трофея «Акбарс» примет московский ЦСКА. Казанцы уже больше недели готовятся на родном катке «Татнефть-арены». Соперник еще только прибыл в Казань. Тернистым был путь армейцев к финалу. На Западе многие делали ставку на питерский СКА. Но по сумме 6 матчей игроки из ЦСКА проявили бойцовский характер и активно начали подготовку к игре с «Акбарсом». В стане соперника Кирилл Петров, как никто другой, знает систему постановки игры «Барсов». Воспитанник татарстанского хоккея долгое время выступал под руководством Белединова. Однако сюрпризы еще никто не отменял. Серия стартует завтра в 17 часов в Татнефть-арене. Прямые трансляции не пропустите на ТНВ Татарстан и на телеканале ТНВ Планета. Особенно первая игра, она, скажем, такая разведка боем, когда еще соперники способны друг друга удивить. Вот, будут какие-то неожиданности. Но дальше по серии, конечно, все идет притирка друг к другу, и уже удивить становится соперников все тяжелее и тяжелее. Также готовятся к непростой выездной игре футболисты «Рубина». На своей клубной базе игроки провели открытую для СМИ тренировку. Наставник казанцев Курбан Бердыев заявил, что не до конца здоровые футболисты вряд ли выйдут на поле в этой игре. Тренер объяснил это решение не лучшим качеством поля на пермском стадионе «Звезда». Пока не в лучшей форме находятся Камболов, Жамаладдинов и Могилевец. Вряд ли стоит рассчитывать на них в игре против «Амкара». Отметим, что свои последние матчи обе команды выиграли. Казанцы дома со счетом 3-2 выиграли «Ахмат», а пермяки в гостях одолели СКА «Хабаровск». Игра начнется завтра в 11:30. Не думаю, что будет проблемы в поле. Иначе федерация не могла бы принять положительное решение, если бы было небезопасно играть. Поэтому наша цель – это просто выйти и побеждать. И в завершение к водным видам спорта. В Москве на базе спортивного плавательного комплекса ЦСКА стартовали всероссийские соревнования по прыжкам в воду Кубок Кремля. В первый день соревнований татарстанские спортсмены завоевали сразу 3 медали. Золото в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина выиграл Никита Шлейхер и Александр Белевцев. Кроме того, Артемий Токарев стал обладателем серебра в прыжках с 3-метрового трамплина. На этом же трамплине Карина Шкляр стала второй среди девочек. Турнир в Москве проходит уже в 4-й раз и завершится 15 апреля. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте. Весна в этом году выдалась затяжной и капризной. Ночные температуры по-прежнему минусовые. Подробнее после интересная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно и около 6 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями и также плюс 6. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность и до 5 градусов выше нуля. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтасе синоптики обещают плюс 4. Без осадков. На юго-западе, Болгаре, Буинске, Дрожаном будет пасмурно. Осадки не прогнозируются. Плюс 4, плюс 6. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше, синоптики обещают 5 градусов выше нуля и без осадков. В последующие дни температуры станут чуть выше. Осадки не ожидаются. В Казани облачная погода с прояснениями, до 6 тепла. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Ожидается слабая магнитная буря. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.